10 июня 2024 года на Уренгойском месторождении успешно выполнен гидроразрыв пласта с применением отечественного оборудования. Это стало завершающим этапом совместной работы группы «Газпром», научно-исследовательских институтов и предприятий-изготовителей по проведению стендовых и полевых испытаний опытного образца в рамках импортозамещения производственного оборудования. Опытный образец разработан корпорацией «Московский институт теплотехники» в рамках выполнения государственного контракта на разработку и производство комплексов гидравлического разрыва пласта. Производственной площадкой выступил Федеральный научно-производственный центр «Титан баррикады» в кооперации с отечественными поставщиками ключевых компонентов. Особое внимание уделено контролю качества созданного оборудования и подтверждению возможности эксплуатации в реальных условиях на производственных объектах. В мероприятии приняли участие представители компаний «Газпром», «Газпром добыча Уренгой», «Газпром в НИИ ГАЗ», «Газпром подземремонт Уренгой», «Русгаз Бурение», «Корпорация МИД», «Титан баррикады», «Мека Миннефть». Испытания агрегатов флота ГРП проведены согласно программе и методикам полевых испытаний опытного образца флота ГРП на фонде скважин компании «Газпром добыча Уренгой», выполненной в полном объеме. Полевые испытания комплекса ГРП позволили подтвердить соответствие технических характеристик высоким эксплуатационным требованиям в реальных условиях и возможность дальнейшего применения серийных образцов флота ГРП на месторождениях группы «Газпром». Проводимые усилиями «Газпрома» и корпорации «МИД» работа позволит решить стратегическую отраслевую задачу по снижению зависимости компаний топливно-энергетического комплекса от иностранных технологий и оборудования и обеспечит доступ к ресурсной базе углеводородного сырья для энергетической безопасности страны.